В этом году впервые пройдет российский молодежный форум по управлению интернетом. Все, кому интересна сфера информационных технологий, могут принять в нем участие. Студентов, аспирантов, выпускников вузов ждет Сколковский институт науки и технологии. На форуме обсудят будущее интернета, цифровую грамотность населения, отечественные программы, вопросы защиты данных, безопасность. Будет организована и онлайн-трансляция. В режиме реального времени участники смогут задать вопросы и высказать предложения. Заявки на участие принимаются до 5 апреля на сайте «Росмолодежь».